начальник отдела физкультуры и спорта Морган Жигулёв. Всем привет, меня зовут Микей. В связи с популярностью спорта в нашем городе Жигулёвске, мы решили с начальником отдела физкультуры и спорта провести некоторый эксперимент. Наша задача – привлечь все слои населения к занятиям спорта и показать спортивную жизнь города изнутри. Мы будем посещать тренировки, будем проводить тренировки от начала и до конца, будем погружаться полностью в атмосферу той секции, которую будем представлять вам в кратком видеообзоре. Я буду задавать интересные, волнующие вопросы тренерам и их ученикам. И расскажем о всех плюсах этого вида спорта и спорта в частности. Так что занимайтесь спортом, друзья, будьте здоровы. Это город Жигулёвск, здоровая нация. Всех на путь!